невероятные особенности своей второй беременности. Вот такой вот. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, потому что это было неожиданно для нас. Такой случай у нас в области впервые, когда женщина родила у нас с удвоенной маткой, двойню, каждого ребенка отдельно. Первый ребенок у нас родился 24 мая, девочка, весом 850 грамм. Через 2 месяца 16 дней, сроки гестации 36 недель, у женщины путем кесарева сечения родился мальчик, это получается уже брат Максим, с весом 2900 грамм. Данный случай очень редкий. В данном случае, допустим, рождение живого ребенка, по данной статистике, 1 на 50 миллионов родов такой случай. Но тем более у нас уникальный тем, что мы удалось нам родить и выходить двоих живых детей.